Сотрудники нового управления не просто специалисты, а муниципальные инспекторы, в обязанности которых, помимо мониторинга за соблюдением законодательства, входят полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях. Такой документ с участием полиции сегодня был составлен на предприятии «Фотоплюс», что на улице Северной. Помимо печати фотографий, здесь могут предложить заправить картридж, подкорректировать фигуру, сварить кофе и в том числе изготовить рекламу, но, судя по фасаду данного здания, незаконную, ликвидировать которую распорядился глава Сочи. Мы работаем совместно с департаментом оформления дизайна, с МКУ, комитетом по наружной рекламе. Мы даем запрос по определенной улице. Они нам дают отчет, где есть разрешение на рекламу, информацию, согласовывалось, не согласовывалось, где нет. Вот. И по данным объектам мы тогда уже совместно с полицией привлекаем к ответственности. Мы напоминаем о том, что нужно приходить в комитет по наружной рекламе, подавать заявку и согласовывать свою рекламу. Предписание о демонтаже данной несогласованной с мэрией рекламы руководству «Фотоплюс» выдавалось еще 2 месяца назад. И только сегодня, после визита муниципальных инспекторов и сотрудников отдела по исполнению административного законодательства УВД, руководство предприятия приняло решение о демонтаже незаконно установленных конструкций. И все же административное расследование начато. К ответственности же нарушителей закона о рекламе привлекают ежедневно. В целом, с начала года благодаря такой работе было разобрано порядка 1000 вывесок и баннеров, в том числе так называемых бигбордов. Таких конструкций в городе вообще быть не должно, подчеркивает мэр Сочи. Как, кстати, и бегущей строки, которая сегодня так часто пестрит на улицах курорта. С прошлой недели новое управление административной инспекции приступило к выполнению своих задач. В настоящее время создаются 4 территории реальных отделов, которые будут функционировать при администрациях внутригородских районов, в которых будут также работать муниципальные инспекторы и которые будут заниматься исключительно соблюдением требований законодательства. Сегодня в Сочи меняется и схема размещения наружных рекламных конструкций. Совсем скоро каждая из них будет нанесена на топосъемку. К слову, по-новому реклама будет не только выглядеть, но и формироваться. Пока законами считаются лишь световые лайтбоксы и объемные буквы, разумеется, согласованные с руководством города. Штраф для нарушителей законодательства до 1 000 000 рублей. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.